В областной филармонии имени Акана Сирэ прошел концерт, посвященный празднованию Международного дня пожилых людей. Атмосфера в зале довольно теплая и энергичная. Представителей старшего поколения поздравил аким города Руслан Анбаев. Уважаемые наши ветераны, люди старшего поколения, от всей души, от чистого сердца хотел бы поздравить вас с Международным днем пожилых людей, с началом месячника поддержки пожилых людей и людей с инвалидностью. В нашем городе проживает около 44 тысяч пенсионеров и 10 тысяч людей с ограниченными возможностями. К сожалению, в том числе среди них есть и 500 одиноких и одиноко проживающих людей. В связи с этим в течение месяца акиматом города будет проведено порядка 40 поздравительных мероприятий. Также молодежь города запланировала еженедельное оказание адрес социальной помощи. В торжественной обстановке здесь отметили тех, кто, не покладая рук, трудился на благо развития областного центра. Среди них Рауза Сартаева. На заслуженный отдых она ушла в 2013 году. Почти 40 лет женщина проработала в сфере финансов, от инспектора по бюджету до руководителя отдела областного финансового контроля. Я благодарна судьбе, что я работала в финансовой системе, благодарна государству, всем, что были, тоже начинали мы, даже 18 лет не было мне в этой финансовой системе. Начинала эту работу скромно, получала награды, медаль получала, значит, медаль награждалась. Вот. Я благодарна всем Министерству финансов, правительству нашему, что оценили мой скромный труд в этой нелегкой финансовой работе. Очень приятно, что вот нам уделили внимание, мы не забыты. На сегодня в области проживают более 100 тысяч пенсионеров, 43 тысячи из них в Петропавловске. Сегодня большая часть пришла сегодня. Мы волновались, конечно, перед этим. Городской совет, акимат, большую помощь нас в проведении этого торжественного мероприятия. Мы рады и искренне, что сегодня приветствуем сегодня всех наших ветеранов. И от всей души хочу поблагодарить акимат города. Мы сегодня очень рады. Это наш праздник. Их вниманию представили яркую концертную программу. Алишер Ашимов, Казбек Аракбаев, МТРК.